В прошлом году корейская марка Hyundai бросила вызов эталонному фургону всех времен и народов Volkswagen Transporter, выкатив модель Staria. Сначала публике предъявили пассажирские версии, а потом показали и грузовую машину с таким же дизайном. В отличие от транспортера, Hyundai Staria демонстрирует совершенно легковую конструкцию с поперечным расположением мотора, передним приводом, независимой задней подвеской и 8-ступенчатой автоматической коробкой. Создавая новинку, инженеры смогли предельно занизить уровень пола, одновременно задрав крышу максимально высоко. Это гарантирует удобную посадку водителя, а также вместительный грузовой отсек объемом 5 кубометров. Фургон успел пройти российскую сертификацию, по окончанию которой получил одобрение типа транспортного средства. Из этого документа мы знаем, что нам предложат трехместную версию, для которой будет доступна подъемная дверь или распашные створки сзади. Единственный заявленный мотор – мощный турбодизель, с которым могут быть состыкованы механическая или автоматическая коробки. Привод только передний. Для пассажирского минивэна механику решили не предлагать. Зато помимо переднего вдобавок предусмотрели и полный привод. Правда, с бензиновым V6 доступна только моноприводная трансмиссия. Исполнение салона заготовлено два – 7- и 8-местное. В первом случае на втором ряду установлена пара раздельных кресел, во втором – трехместный диван. В продаже фургон и минивэн появятся примерно через месяц. В Россию начали завозить экземпляры корейской сборки, но позднее выпуск модели может запросто освоить калининградский автотор. Другая рыночная новинка – свежие версии кроссовера Geely Atlas Pro. Изначально россиянам предлагали самую дорогую микрогибридную модификацию, а сейчас стало доступно и более простое исполнение, без гибридного довеска и с передним приводом. В начальную комплектацию Comfort включены 4 подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, обивка сидений кожзамом, виртуальные приборы, продвинутая медиасистема, камера заднего вида и многое другое. Версия Luxury вдобавок имеет занавески безопасности, светодиодные фары, электропривод водительского сидения, камеры кругового обзора, передний парктроник, датчик дождя и систему без ключевого доступа. В автосалонах переднеприводные Atlas и Pro появятся до конца января. Притом параллельно дилеры продолжат продавать обычные дореформенные кроссоверы без приставки Pro.